Ставропольский край – один из самых благодатных регионов России. Уникальное расположение, мягкий сухой климат, плодородные почвы, богатые земные недра, развитый туристический бизнес и отличная экология привлекают в регион все больше людей из различных уголков страны, что делает Ставрополье привлекательным регионом для инвестиций. Михайловск – административный центр Шпаковского района Ставропольского края. Благодаря близости к краевому центру, Михайловск по праву считается частью Большого Ставрополя. По данным информационного агентства РБК, Михайловск входит в топ-10 российских городов с самым большим приростом населения за 25 лет. Население Михайловска за прошедшие годы увеличилось на 85,8%. Прирост населения обусловлен достойными условиями жизни, доступными ценами на жилье и наличием рабочих мест. В 2017 году в Михайловске открывается завод по производству автомобилей, который даст несколько тысяч дополнительных рабочих мест. Жилой район «Гармония» в Михайловске – масштабный проект строительной группы «Третий Рим». Район рассчитан на проживание свыше 100 тысяч жителей. На площади в 702 гектара строятся различные типы жилья – квартиры, таунхаусы, дома с земельными участками. В 2016 году рост продаж недвижимости в жилом районе «Гармония» составил 46%. Ежегодный прирост населения составляет 5-10 тысяч человек. Согласно плану застройки, в Гармонии будут построены 6 школ, 10 детских садов, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, парк развлечений, экстрим-парк, аквапарк, дворец бракосочетаний, медицинский комплекс, детские и спортивные площадки, проспекты и аллеи. Жилой район «Гармония» – это уникальный проект на Ставрополье, аналогов которому на юге России нет. Район сочетает в себе качество жизни в большом городе и спокойную атмосферу пригорода. Строительство ведется в экологически чистой зоне, в шаговой доступности места отдыха, аллея ласточек, детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки. В районе развита транспортная и инженерная инфраструктура. Большое внимание уделяется безопасности жителей. Все это в сочетании с доступными ценами на жилье создает благоприятную для жизни городскую среду. В жилом районе «Гармония» выделен участок земли 63 667 квадратных метров под строительство оптово-розничного комплекса. Инженерные коммуникации к участку подведены. Подготовлена проектная документация на строительство комплекса площадью застройки 14 916 квадратных метров. Необходимость в строительной экспертизе при использовании предоставляемого проекта не требуется. К участку прилегают дороги, улица Ишкова и проспект Грибоедова. Жители Ставрополья привыкли закупать продукты питания мелким оптом впрок, поэтому большой популярностью пользуются ярмарки и рыночные комплексы. Оптово-розничный комплекс в жилом районе «Гармония» ориентировочно привлечет 350 тысяч человек, так как в ближайших населенных пунктах оптово-розничные комплексы по продаже сельхозпродукции отсутствуют. Возможна организация логистического центра по хранению и переработке экологически чистой продукции сельхозпредприятий Ставропольского края и соседних регионов юга России для дальнейшей поставки в северные регионы. Вложение средств в строительство оптово-розничного комплекса в жилом районе «Гармония» станет отличной инвестицией в развитие вашего бизнеса.